Всем привет! Сегодня 2 сентября прошел очередной слет электротранспортного сообщества. На слет съехались байкеры со всей Москвы и Подмосковья. В тусовке замечены были практически все виды девайсов, что работают на электротяге. Хочется отметить высокий уровень представленных самодельных аппаратов. Некоторые из этих моделей можно отнести к заводским разработкам. Очень красиво выглядели два городских мотоцикла на базе бензиновой модели «Раптор». На одном из них было установлено, внимание, 11 кВт-час запасенной энергии. 11. Были также замечены кроссовые мотоциклы большой мощности. На слете также были представлены интересные разработки наших российских фирм. Веломастера представили электробайк на базе рамы Boost Prime Black на базе мотора Magic Pi 1,5 кВт. McLeod представил свою супер-мини-разработку электроблоху «Вжик». Мощное транспортное средство очень маленьких размеров. Разработчики Чупа и Андрей М. представили прототипы двух мощных байков, которые позволяют ехать в городском режиме. Все модели рассчитаны на премиум-класс. Были и другие разработки, и я думаю, мы, а также независимые блогеры, кто снимал этот слет, об них расскажут на своих страницах. Программа слета была расширенная. С 12 до 14 часов каждый рассказывал о своей модели и общался со своими коллегами. Вторая часть слета была посвящена поездке по центру Москвы, сфотографированная на память. На нее поехали большинство участников слета. Оставшиеся же в Сокольниках байкеры посетили торговый центр «Галерея спорта» и произвели там мелкий ремонтик, а также шопинг. Далее мы проследовали перекресток, где были закуплены вкусняки всякие, шпикачки, куриные, свиные, говяжьи, всякие деликатесы, так сказать, шашлычный набор. К этому времени вернулась основная часть байкеров с Москвы. И началась третья часть слета – шашлыкинг. Шашлыкинг, ребята, удался как никогда на все 100%. На отлично. Этому способствовало хорошее настроение, а также девушки, которые разбавили наш мужской коллектив и взяли как бы правление приготовлением всяких штучек вкусных в свои руки. А мужской коллектив тоже им помогал. Еще хочу сказать про погоду. Погода была просто сказочной. На небе не было ни единой тучки. Было светло, тепло. Температура в тени была 24 градуса. То есть удался и слеты, и поездки, и шашлыкинг. И настроение было, сказать, очень даже хорошее. Насмеялись, накатались. Кстати, мусор был собран и убран в пакете и утилизован в мусорке. Еще раз поздравляю всех с праздником, со слетом в Сокольниках 2 сентября. Было круто и классно. Всем привет и уважуха. До новых встреч, братья.